Фу. Так, быстрее это сюда, куртку, раздеваемся. А, вы уже здесь? Сегодня у нас будет новый влог, уже 4-й по счету, да, поэтому, пожалуйста, поставь лайк. Пожалуйста, поставь лайк. Ребят, я остановил видео по одной причине. Потому что, к сожалению, эти кадры, которые вы только что видели, они просто не записались. Произошла какая-то проблема с CD-картой, и то минутное видео, которое я записал в начале, то есть в пятницу, перед нашим выездом в деревню, к сожалению, не записалось. Поэтому привет! Это 4-й влог на моем канале. Надеюсь, он тебе понравится. Если что-то не понравилось, где-то не так музыку наложил, где-то картинка не очень, напиши, пожалуйста, об этом в комментарии. Если тебе все понравилось, поставь, пожалуйста, лайк. Вот. Также у меня есть Инстаграм. Вот он. Подписывайся. Также у меня есть ВК. Вот он. А спасибо также за съемки Марине. Вот ее Инстаграм. Шурику, нашему хорошему другу, папе и, конечно же, маленькой Наташе. Не буду вас долго задерживать. Давайте скорее смотреть видеоролик. Сейчас мы с вами посмотрим, что будет в этом видеоролике. Я, так сказать, вас прикормлю. А потом буду подсаживать. Подсаживать эту рыбу. Поэтому не будем долго тянуть, еще раз повторюсь. Давайте смотреть видео. Поехали! Поехали. То я уже бегу, за мной уже подъехал папа. Сейчас будем загружать вещи и поедем в деревню. Поехали! Всем добрый день! Я Денис, папа Гордея с канала Гордея Тревел. И мы сегодня едем в деревню Ярославскую область нашу. Там уже наши друзья готовят нам баню. Мы приедем с корабля на бал, пойдем в баню. И будет тусовка, завтра будем делать шашлык и отдыхать. У нас хорошая погода, солнечно. Мы преисполнены всякого позитива, чего я вам желаю. Всем привет! Мы приехали на Роснефть, на заправку. Сейчас заправляемся. Заправили 60 литров. Время 5. Время 5. Ехать нам примерно, я думаю, еще часа 2, может быть 3. Выехали мы ровно в 3. Получается, мы едем 2 часа уже. И если за 2 часа доберемся, то будет классно. Того в сумме получится у нас 4 часа поездки. Так что едем, едем, ребята, дальше. Что, ребята, вон уже папа машину закрыл, все уже в доме, я там все вещи свои закрыл. Вот, мы приехали, сейчас 8 часов 10 минут, сейчас вон пойдем в баню. Холодно. Первый раз уже зашли в баньку. Хорошо попарились, по мне, наверное, уже видно. Пар идет, все. Сейчас снег окунулся, обратно в баньку. Все понравилось. Дальше отдыхаем, расслабляемся. А ну что, брызнем водички? Ха-ха-ха! Еще, давай. Давай. Мы уже сейчас сходили в баньку, уже заход 3-й или 4-й был, я не считаю. Вот, но это просто круто. Мы находимся в деревне. Вот такой вот открывается вид. Вот такой вот, вот там, вон, компания. Дальше еще там водилка идет, это мойка была. Сидим, отдыхаем. Чего я вам советую, выбирайтесь почаще. Идем дальше париться. Ну что, ребята, я вам скажу. Легкого пара и почаще выбирайтесь из бетонных трущоб. Выбирайте из бетонных трущоб на природу, в деревню, на снег, как мы. Всем мир. Мы из бани, Ярославская область, Угличский район, деревня Антухова. Привет.
уже все свое оборудование, всякие вещи забрал. Хорошо попарились, ничего не скажешь. Душевно посидели, хорошо так прям поговорили, все, попрыгали в снег, пообливались холодной водой. Реально, то, что надо на выходных, немного развеяться после этой городской суеты. Вот, реально, прям то, что сейчас вот мне надо, потому что это УГЭ, это вечная подготовка, это вечная просто стёб учителей насчет того, то, что вы ничего не сдадите. Кайф, иду домой. Всем доброе утро. Время у нас 10:52. Вот. Сейчас поедем отвозить стеклопакеты папиному другу. Потом поедем поздравлять папиного друга с днем рождения. Вот. Поэтому сегодня, может быть, буду снимать церковь. А еще надо снять нашу деревню. Сзади мне что-то имеется поле такое. Просто какие просторы, дом, ели. Вот, сегодня будет, мне кажется, очень интересно. Вчера мы приехали около 8, вот, и сразу пошли в баню. Это было круто, как папа сказал уже, с корабля на палубу. Вот, мы попарились, посидели дружно компанией, пошли домой и легли, получается, уже сегодня в 2:30 часа ночи. Вот, проснулись где-то в 9, покушали, попили чаечку и сейчас отправляемся в поездочку. Поехали смотреть! В общем, приехали мы уже на место, разгрузили окна, я уже вот снимаю, сзади меня церковь, можете наблюдать, домики всякие деревенские, вот, очень такая классная обстановка, вот, снимаю для вас церковь, под музыку, конечно, на монтаже все наложу, вот, сейчас хожу вот по таким вот сугробам, просто можно провалиться, я не знаю, по колено, одел баллоневые штаны. Сейчас вам красивые кадры буду снимать. Давайте посмотрим, какие кадры я вам наснимал. Смотрите. Ребята, вы просто посмотрите, насколько ушла ножка в снег, да, то есть здесь можно увидеть толщину, то есть здесь вот моя нога, как бы, где-то чуть ниже вот моего колена снег. Вот, снимаем, но он, там уже обрыв, там, может быть, поснимаю вот такой вот красивый вид, камера. Приходится для вас снимать в таких вот условиях, поэтому надеюсь, вы поставите лайк, если еще не сделали в начале этого видоса. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и расскажите о моем канале друзьям. Мне будет очень приятно, если вы это сделаете. Вот, а я пошел вам дальше контент снимать. Для вас церковь. Надеюсь, получилось красиво, динамично и вам понравилось. Вот, погода сегодня, конечно, не солнечная, как я хотел, но тоже такая, знаете, атмосферная, серая, тоже как деревня. И вот церковь выделяется на фоне этой серости своими голубыми куполами и золотыми вот крестами. Уже с колокольни слез,
по периметру все отснял. Сейчас едем домой, переодеваемся, кушаем и едем поздравлять друга папы. Поехали домой! Какова ты? Добрый день, это канал Гордей Тревел. Закидываем котейку. Шпок. Котейка. Юный натуралист. Котейка. Атмосфере, обстановочке, багажнике. Впереди Шурик водила, там Марина, у меня камера, снимаю для вас лес. Вот, поехали! If she ran away, come.
come home. Ну что, отснял раз в багажнике материала в лесу. Вот, уже приехали на такую местность, вот, ну, как бы поле, да, так скажем. Вот, и сейчас будем, так сказать, педаль, и 35 миллиардов километров сейчас будем ехать. Я сейчас запрыгиваю. Машина готова. Я готов. Полон сил, энергии. Yeah!
сюда. Чуть-чуть мы развернемся, разворачиваемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мои пальцы. Это просто все отрезает. Поездочка, походу, закончилась. Ух, мы приехали с ватрушу, знаете, товарищи. Прикольно было, прикольно, ничего не скажешь, потому что едешь, тебе в лицо дует ветер, вот эта пурга, ты орешь, тебя заносит, переносит, кочки, это все. На самом деле было прикольно, реально. Вот, сейчас мы приехали, и вы можете слышать, наверное, какое-то шуршание, да? Спросите, что это, я вам сейчас покажу. Вот что это. Мы готовим сейчас курочку, там вроде какую-то уже там приготовили картошечку. И вообще сейчас расскажу, что в нашем арсенале есть. Смотрите, ребят, видите коптильню, да? Вот. Рюмка. Здесь мы сейчас коптим рыбу. Вот. У нас там огонь, значит. Это пошел, конечно. Рюмки порвать. Тут у нас пошел, да? Градусы. Домой. А надо? Вот. Нет? А там, ну, под ней рыба. А там была вода или что-то такое, снег, типа, оно начало таять и превратило все вот в такую глыбу. Просто посмотрите. Вот хрен ее сломаешь, она очень красивая. Также у нас здесь вот есть много шампуров, всякие корзины, приспособления для тушения. Вот. Тут у нас типа такого хранения этого всего. Там... вот. Коптильная, как это такая. Вот, здесь у нас тандыр, все это открывается. Все очень тяжелое. Вот, горелки, всякие пеньки для подставок. Тут обычный какой-то вот с Ниссаном мангал. Вот, тут у нас стол, на котором мы обычно едим летом. И вот так это все выглядит издалека. Да, и вот так вот это все выглядит, когда я начинаю снимать. Очень классно. Ехал. Мы готовим казан-кебаб. На Садже, правда, вместо казана по рецепту Абдугафара, повара из канала «Хлеб-соль». Здесь мы используем телячьи ребрышки на кости. Мы их немного маринуем соли и перцы, буквально один час. Затем мы берем картофель, обжариваем его в растительном масле чесноком, чтобы был аромат, не до готовности. Потом мы вынимаем, кладем мясо. Сейчас мы будем обжаривать мясо на большом огне до полуготовности. Мы даже приоткроем для большей тяги дверцу. Через какое-то время мы добавим репчатый лук, перемешаем, и потом мы все это дело будем тушить. Так что ожидайте. Товарищи. Сейчас мы все это дело обжарили. Добавили туда картошку предварительно подготовленную, недожаренную. Потом положили помидоры, все собрали этой кучкой. Положили помидоры, острый армянский перец. Посыпали это все порубленной кинзой. И сейчас мы это все убрали огонь. Накроем крышкой и будем тушить где-то час-час 20 до готовности. Прошу тазик, который у нас является крышкой. Вот такой тазик. Это крышка. Это крышка. Все. Все. Вот теперь под этой крышкой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Теперь ждем полтора часа. Мы коптили сибаса. Коптили мы его 40 минут. И сейчас мы будем его вынимать из коптильни, из нашей бронебойной. Открываем наш сибас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Берем ручки специально для
того, чтобы вынимать эту штуку. Они самопальные, но вынуть рыбу нам позволит. Вынимаем. Ой, хорошо. О-ля-ля-ля-ля. Да, ребята, это да. Это то, что надо. Вот наш сибас. Как говорится, no comments, сибас. А потом на Черновский. Готов. А потом сибаса на Черновский. А потом на Черновский. Сейчас мы его переложим. Сибаса. Рыба должна немножко остыть. На самом деле этот сибас будет самым вкусным завтра, когда он остынет полностью. Вот. Горячая рыба не очень вкусна. Вот. Много мы чего коптили в коптильне, но пришли к выводу, что сибас — это самая вкусная рыба в копчении, в горячем. Это опять канал Гордей Тревел. И сейчас я буду основателя канала Гордей Тревел Гордея гасить. А, не гасить, а я его буду отгружать в снег. Я отгрузил Гордей Тревел, Гордей из канала Гордей Тревел, снег. За все хорошее. Всем привет. Будет повторный какой-то отгруз еще там? Нет, мельницу какую-нибудь, нет? Мельницу, ну давай. Мельницу, давай. Он напрашивается на мельницу. Он улыбается, поэтому мельница. Давай, мельница. Это минимум тот, который надо исполнить. Хейтеры, это для вас. Давай, хейтеры, это для вас. Мельница. Гордей Тревел. Он готов. Все, что ли? Итак, товарищи, сегодня я научу вас быстро и не очень дорого, то есть бесплатно, обращаться вот с этим совком. Есть уже на Ютубе бой топорами, а это будет бол совком. Сейчас все, значит, показано наглядно. Вот так, в нескольких чертах. То есть ты подходишь к человеку, раз, раз, и туда его. А в ручку там эту самую не сломай. Ты можешь просто... Оп, а там ручка, оп, нет? Оп, сердце его, и туда его просто выкинуть. Также, если у тебя есть в лопате не одна, значит, одну отвлекаешь одного, и подбегаешь к другому почку, и к нему его, и к нему пересаживаешь. Раз, 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 и ногами вперед его выносишь. И вот так, и добиваешь. В общем-то, на этом все. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. С вами был Гордей Тревел. Счастливо. Ну, это прошло, полтора часа прошло. Прошло полтора часа. Значит, вот так вот все это дело на данный момент выглядит. Мы открыли задвижки, чтобы нагреть блюдо, разогнать. И сейчас минут через 5 мы будем его снимать. Снимаем, так, снимаем первую крышку. Ой-ой-ой-ой-ой. Оля-ля. Куда бы ее метнуть? Ну, вон, На снег, конечно. Пошла жара. О, фак. Раскал. Вторую тоже? На снег. Ой, это вообще чумачичи. Разгон такой, смотри, помидоры вскрыли, разорвало. Ой, надо. Ну да. Что, сгружаем в тазик? Значит, который уже все сделали. Зачем? Сгружаем туда. Полтора часа подождали. Да, сгружаем. Вот, приятного аппетита. Денчик. Через дым. Есть. Так. Экспресс. Так. Ну так, Гордей, снимай. Берем блюдо. Кузнецовский фарфор. Начало 20 века. Фарфор. Снимаем армянский перец. А! Фанфор. Загрянись под фанфару. Под фанфары. Берем помидорчики. Так, они у нас притомились. Да, они уже сердечные. Голубцы уже. Ну да, помидоры немножко было пораньше. Ждали, они не ждут. Пораньше снять. Ну и, собственно говоря, снимаем. Соку подряд. Нет. Все в соку у нас. Картошка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Так, ну ладно, что убежало, то убежало. Так, еще цепляем одну. Ага. Так, еще. Еще. Теперь делаем небольшой перерыв. Берем предварительно нарубленную кинзу, которая не пошла в готовку, а которая в свежем виде, мы посыпаем готовое мясо по всему периметру этого блюда. Вот, пожалуйста, все сюда высыпаем. Оно сейчас даст нам аромат. Помидоры, которые не используем, кладем сюда, пригодятся в салате. И продолжаем выкладывать оставшееся мясо на эту кинзу, которая даст аромат от мяса горячего, который на нее кладется. Соответственно, вот осталось последние пару ложек. Так, так, так. Вот последняя ложечка. Что-то упало. Ладно, поднимем. Картошка у нас одна упала. Мы ее поднимем, обжарим немножечко. Не да, обжарим, обжарим, обжарим. Чтобы она... Все. И выкладываем. Всем приятного аппетита. Блюдо готово. Телятина на костях. Казанки Боб. А, забыли. Выкладываем армянский перец сверху. Острый. Для любителей печеного острого перца. Вот так выглядит блюдо. В готовом виде. В готовом виде. Приятного аппетита еще раз. Приятного аппетита, ребят. Сейчас всем привет, мы едим телятинку. Очень хорошо получилось. Мягенько. Особенно вкусно получилась молодая азербайджанская картошка, притомленная полтора часа на мясе. Она пропиталась вкусом телятины и чеснока и кинзы. Обалденно. Приятного аппетита. Ну что, я запустил прямой эфир. Вот. Ира. Ира с мужем. Вот, значит, вот мы с вами. Ходит. Сейчас время 6:08. 6 часов вечера. Сейчас отдыхаем, общаемся. I feel so high. Плещ-то, руба-руба-ем. Плещ-то, плещ-то, чтобы не выкипало. Через край, чтобы не лилось. Думаю, на. Прошу заметить, я прям чётко всё налил. Вот. Водичку залили? Да. Теперь, значит, ты щеп туда положил? Там уже? Там, там. Вот они. Вон там вот. А? И теперь... Да, я на вот поменял. Греем. Что там у нас? Шишки? Шишки закидываем. Ну, мы и без угля я только тут разожжем. Так, у нас эти еще щепки. Щепки, шишки. А? Есть еще шишки? Хорошо. Вот такие вот шишечки у нас. Сосновые. Туда закидываем. Появится, потечет у вас. А с чего вдруг? Потому он же с водой. Он же с водой, в чем он распаяется? Тарелку сейчас, значит, мы разогреваем, разжигаем еще.
греться наш самоварчик. Значит, тут мы только что рубили паром, да? Вот, он очень красивый. Он весит 2 килограмма. Во, так переливается. Не знаю, видно, нет? Очень попробуйте, типа, вот так. Понятно. Такой, типа, как пафосный вот так. Вот так вот. Пафосный вот так положить хотел. Но нет. Вот и подошел к концу второй день нашего пребывания в деревне. Подведя итоги сегодняшнего дня, хочется сказать, сколько мы всего сделали, да. Первый день, то есть в пятницу вечером, да, мы, значит, помылись в баньке, попарились, пришли домой, поговорили, попили чай и легли спать. Вот. И завтра будет уже воскресенье, 3-й. Заключительный день нашего пребывания в деревне. Вот. И завтра же мы будем уже уезжать, собирать вещи. И выезжать мы будем где-то в 3 дня. Вот. Поэтому давайте, ребят, всем спокойной ночи. Встретимся с вами уже завтра утром. До завтра. Спокойной ночи. Всем доброе утро. Время 8:40. Вот и подошли к концу наши офигенные выходные. Это было 3 незабываемых дня. Сейчас воскресенье, 10 число, время 3 часа, значит, дня. Выезжаем в Москву. Поехали! Время 7 ровно. Уже приехал домой, вот только разделся. Еще в балоневых штанах, все. Вот. Честно говоря, мне очень понравились эти выходные, этот уикенд, да. Потому что мы поехали туда очень дружной компанией, то есть все друг друга знали, все друг с другом хорошо общались. И не хватало давно вот так вот выбраться на природу куда-то, вот за город. Тем более на 200 километров от Москвы. Вообще круто. Вот. Заснял абсолютно каждый шаг. Надеюсь, влог получился очень интересным. Вот. Вам он очень понравился. Не очень скучным, очень динамичным. И вы поставите лайк. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Вот. Потому что на данный момент времени у меня 510 просмотров на канале и 76 подписчиков. Давайте сделаем так, чтобы у меня было 100 подписчиков и 1500 просмотров. Вот. Надеюсь, вы меня порадуете. И как только под этим видеороликом наберется 50 лайков, то обещаю вам, сяду за монтаж нового видеоролика. Вот. И значит, будет у нас следующий контент. Кстати, следующий видеоролик будет интересный. Я думаю, он вам понравится. Это необычный формат, это не влог. Вот, я решил 5-е видео сделать необычным. Еще раз повторюсь, спасибо огромное за просмотр. И в конце хочется сказать, занимайтесь любимым делом. На этом у меня все. С вами был Гордей Travel. Устал. Счастливо.